Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. В магазинах «Эврика» и «Эконом Плюс» грандиозное снижение цен. Только до конца зимы действует скидка 30% на весь ассортимент зимней одежды и обуви. Для вас мужские и женские детские куртки, пуховики, головные уборы, обувь и многое другое. Вас будут рады видеть по адресам: магазин «Эврика», улица Ленина, 22, торговый центр «Рио», второй этаж, и магазин «Эконом Плюс», улица Гагарина, 17, торговый центр «Аврора». И это вся информация на сегодня. Не переключайтесь, впереди прогноз погоды. Партнер программы «Прогноз погоды» — фирма «Профмастер». Магазин «Профмастер» приглашает на большую распродажу. Весь февраль на весь ассортимент межкомнатных дверей скидка до 30%. Также представлен огромный выбор обоев, межкомнатных дверей, ламината и много мебели. Магазин «Профмастер», ждем вас за покупками. И о погоде. По данным синоптиков, завтра, 8 февраля, в Печоре ожидается переменная облачность, ночью умеренный, а днем временами небольшой снег. Ветер южный, умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха сегодня ночью будет 22-24 градуса ниже 0, а завтра днем 18-20 градусов мороза. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще и еженедельник. Наша газета выходит каждый четверг, и мы вместе с вами уже 20 лет. Вы смотрели программу «Прогноз погоды». В студии была Наталья Чежина. Всего вам самого доброго. До встречи.